и Виктор Балдаев вступают в потасовку. Причем Евенко нам показывали до этого, как он о чем-то, что-то он говорил. И здесь, ну, у Евенко, конечно, габариты невероятные. И продолжается потасовка. Ну как здесь, Балдаев просто терпит, терпит, терпит. И вот, ну, дотерпел. Все, Олег Евенко здесь, победа по всем показателям. Виктор Балдаев.